Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер всем, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале «Россия». Я очень надеюсь на то, что вечер будет по-настоящему добрым, потому что мы посвящаем его сегодня памяти заслуженного артиста Карачаева-Черкесии Валерия Мухарбиевича Аджибекова. Сегодня за этим столом собрались люди, которые хорошо знали Валерия Мухарбиевича. Для кого-то из вас он был коллегой, для кого-то другом, для кого-то наставником. Но все вы так или иначе по жизни столкнулись с ним и прекрасно знаете, какой добрый след на земле он оставил. Мне бы хотелось сейчас представить вашему вниманию коротенькую информационную справочку о его биографии. Давайте посмотрим. Его игру на гармошке можно было узнать среди многих других исполнителей. Казалось, что его пальцы извлекали из инструмента особенную музыку. А может, так просто пела его душа? А между тем, по профессии Валерий Аджибеков был хореографом, но и свои навыки как аккомпаниатора-концертмейстера постоянно совершенствовал. Окончив хореографическое отделение Черкесского музыкального училища, свой трудовой путь он начинал в областной филармонии артистом балета. И как-то с первых дней снискал уважение и пользовался авторитетом у своих коллег по творческому цеху. Год 1988. Свое второе дыхание получал государственный ансамбль танца «Эльбрус». Валерий Мухарбиевич был активным участником коллектива, танцевал в нем и играл на музыкальных инструментах. В то время новый коллектив при активном содействии Валерия Аджибекова вышел на мировой уровень и стал обладателем большого золотого приза в фольклорном фестивале во Франции. Спустя 10 лет на культурном небосклоне молодой республики появился новый талантливый коллектив – вокальный ансамбль «Нарт». Его бессменным руководителем долгое время оставался Валерий Мухарбиевич. Коллектив неоднократно становился лауреатом фестивалей и конкурсов различных уровней и был удостоен высоких наград. Еще одно детище Валерия Аджибекова – Государственный театр танца Республиканской филармонии. Именно выдающийся многолетний опыт Валерия дал возможность этому коллективу расти, совершенствоваться и подняться на самые высокие пьедесталы культурного олимпа. В 2023 году Валерий Мухарбиевич Аджибеков был удостоен высокого звания «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики». Его вклад в развитие и сохранение культурного наследия народов Карачаево-Черкесии трудно переоценить. Он был настоящим другом, достойным сыном своего народа. По его творческому следу еще долго будут идти молодые поколения.
Ну, вот такая грустная, наверное, немножко биографическая справочка, потому что ушел он из жизни очень рано. И, вы знаете, я всегда люблю повторять одну очень умную мысль. Память не знает забвения, память не знает границ. И пока память есть, это вообще потрясающее свойство человека, жив и человек, живы воспоминания о нем, значит, и он жив. Вы знаете, накануне пообщавшись с вами, я поняла, что Валерий Мухарбиевич вел очень большую изыскательную работу. То есть он занимался поиском народного фольклора, причем народов нашей республики без исключения всех. И потом все свои находки использовал в работе, как в хореографии, так и в инструментальной своей работе в оркестре, где он работал. И вот напарником, другом, наверное, Хусей, были вы, потому что во всех этих творческих командировках вы были рядом. И, конечно же, наверное, самой яркой работой совместной вашей это была работа в Государственном ансамбле танца «Эльбрус». Да. Ну, до этого мы еще задолго до создания Государственного ансамбля танца мы с ним проработали в эстрадно-хореографическом ансамбле, где у нас действительно такая дружба завязалась. Мы и на гастролях были вместе, и в гостинице были вместе, и на концертной площадке были вместе. Были такие моменты, когда наши, ну так скажем, старики говорили: «Так, молодежь, работайте, давайте за меня работайте, давайте за него работайте». И он бросал иногда гармошку, выходил на сольный кусок, на трюк выходил, на рубку выходил. Вообще, и вот после того, после такого знакомства, я никогда не забуду, приехали откуда-то с гастролей, мы приехали, и уже было поздно, домой мне добираться надо было в Учкекен. Он мне говорит: «Хусей, поехали, говорит, в Кубину». Я тоже давно не был у мамы, говорит. Поедем. Заодно я тебя познакомлю там туда-сюда. Приехали в Кубину. Она нас встретила, сразу стол накрыла, там все туда-сюда. Но уже дело близилось как бы к отбою. Она говорит: «Я вам, говорит, на полу постелю, говорит. Обоим, говорит, не против?» Я говорю: «Не, нормально, говорю, мы к этим делам уже привыкли». И вот она сказала: «Давай, я хочу, чтобы ты был его младшим братом, говорит. Ты вообще, я смотрю, вы подружились, говорит. Я думаю, что вы общий язык нашли, говорит». Я говорю: «Конечно, говорю. И на гастролях, говорю, вместе, и везде, говорю, уже вот так». Вы похожи чем-то внешне. Первые, я на фотографиях обратила внимание. Первые наши, как бы, вот эти гастроли, такие, ну, даже после гастролей, тогда же у нас насчет жилья этого не было, ни общежития не было, ни квартиры, тогда вообще очень было трудно. Приедешь порой поздно вечером, он говорит: «Пошли ко мне». А он, у него тоже одна комната, супруга, дочка. И вот так много-много раз он забирал меня к себе, ужинали вместе, оставались вместе. Ну, назвать его другом, это для меня, наверное, будет очень мало. Он был моим старшим братом. Он иногда поправлял меня. После армии я немножко такой вспыльчивый был. Старики иногда задевали, иногда такие, знаете, подколы были, ну, не все серьезные такие, но я-то не понимал всего этого, что у них такие подколы. Он успокаивал: «Хусей, говорит, это ты привыкнешь, говорит, давай. Ты еще от меня будешь получать, говорит, такие подколы, говорит, так что держись». Ну, а вот когда именно, когда вот создавался государственный ансамбль, вот до передачи я вот так услышал, что он был
сторонник народного фольклора, он, когда постановки начали делать, он другие мелодии, например, в «Карачаевский танец» он не признавал. Не надо говорить сюда это. Кроме как что? Кроме старинных мелодий, именно что касается, например, «Абизека», что касается, например, хореографической композиции «Эльбрус». То есть исконно народный карачаевский. Только так. Когда касался вопрос абазинского танца, песни, старинные песни, музыку, вставки какие-то, выход солиста, выход там девушки, он к этому подходил очень тонко, чтобы кто-то, я, другой, третий, ему после концерта замечание что-то не сделал. А что ты туда этот... То есть был он застрахован насчет этого и очень грамотно это все делал. Даже я помню такой случай, тогда были такие знаменитые гармонистки у нас в Карачаевске, Марьям Салпагарова, в Учкекене Полина Токчукова. Мы даже, помню такой момент, выезжали с Валериком Константиновичем, Таня, в Карачаевск. Втроем поехали к Марьям Салпагаровой, и вот она там кое-какие мелодии, старинные мелодии, чьи, откуда, что, там уже вопросов не было. Она знала, что... То есть мы знали, что если вдруг что, у нас есть вот кто нам подсказал, вот кто нам показал эти мелодии. Она вот... И он быстренько на следующий день на репетиции, вставочки где что... Очень технично, очень грамотно делал. Вообще, если вот по ансамблю, вот этот самый такой у нас, эта постановка была, визитная карточка Эльбруса, это вот приветственный танец, выход солистов, это его собственная музыка. Это он сам подобрал, он сам сделал. Кроме Эльбруса, где вот эта масса танцует, вся идет, Эльбрус, там Эльбрус. И вот здесь такой кульминационный момент, выход солистов. Бам-пара-бам-бам-бам. Это его мелодия собственная. А мы об этом не знаем. Он не говорил, это я сделал, это я. Вот понравилось, давал на этот, ну, послушайте, говорит, как бы вот это прозвучало. И все, о, класс, класс. А никогда не афишировал, что это его мелодия, что это он сидел, что это он сделал. Главное, что нравилось людям, этим танцорам. Дорогие друзья, в эти минуты к нам присоединяется заслуженный артист Карачаева-Черкесии, руководитель Государственного театра танца Республиканской филармонии Мурат Гагиев. Здравствуйте, Мурат. Большое спасибо, что вы нашли время, приехали к нам на эту встречу. Перейдем сейчас к еще одной вехе творческого пути Валерия Мухарбиевича. Ансамбль, который когда-то получил свое первое название «Меркурий». Сегодня это Государственный театр танца Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. И это еще одна ярчайшая страница в биографии Валерия Джебекова. Ну, кстати, не только его. Это ярчайшая страница в истории всей нашей республики, потому что этот коллектив так ярко ворвался, он так быстро завоевал любовь зрителей, что просто... я всегда поражалась, когда эти ребята выходили на сцену, от самых маленьких до очень взрослых. Но это было поистине театральное представление. Мурат, вы тоже были... первопроходцем создания этого коллектива. Вы стояли у истоков его создания и видели, какую работу, потрясающую работу проделывал Валерий Мухарбиевич. И я вас попрошу сейчас вспомнить об этом времени, вспомнить, как все начиналось тогда. И в становление этого коллектива Валерий Мухарбиевич внес очень огромный вклад. Ну и в дальнейшем уже, когда начались репетиции, когда мы начали работать, он не останавливался, он все время жаждал, чтобы коллектив процветал, коллектив по ступенечке потихоньку поднимался вверх к своему Олимпу. Валерий Мухарбиевич был музыкальным руководителем нашего коллектива, и вся вот эта музыка коллектива – это его рук дело, как говорится.
Да, у нас был и аранжировщик, и композитор, тоже Тархун Царя. Они вместе тоже проделали определенную работу. Это был период с 2004 по конец 2005 года. Да. Потом у нас был пробел в коллективе. И вот с 2006 года мы начали заниматься по вопросу о том, чтобы дали статус коллективу. Вот здесь Валерий Мухарбеевич и днем, и ночью не спал. Он нам не давал покоя. Все время говорил, надо зайти туда, надо решить этот вопрос. Элементарно, мы даже не знали, где мы будем базироваться, где нам зал найти. С Валериком Константиновичем Таня, они подходили тогда к Тлябичеву Родиону, и он нам выделил помещение, это бывшая обувная фабрика. Мы там начали делать ремонт. Вот. Своими силами? Своими силами мы начали делать ремонт. Я помню, сколько мы с ребятами, Валерий Мухарбеевич не отставал от нас, как он вместе с нами поднимал отцев мешками, сколько мусора мы оттуда вывозили. Он нигде, то есть мы говорили, как старший, вы можете отдохнуть, вы можете сегодня не прийти. Он ни один день не оставлял нас, и все время он нас гонял, чтобы мы побыстрее заново начали репетировать уже в уютном, в хорошем зале. Последние моменты такие были, это я постоянно все время говорю и вспоминаю. Мы с ним как-то выехали, у нас там не хватало смесителей. И финансов тоже не было, чтобы у нас приобрести смесители. А оставалось дело только за ними. Пустить воду, где можно было заходить и репетировать. Валерий Мухарбеевич говорит, давай поедем, поищем у тебя дома, у меня дома. Металлолом не нужный, говорит. Сдадим, и на них мы купим, говорит, смесители. Вот так вот мы и по городу, я не скрою, мы и по городу искали металлолом, собирали вместе с ним, ради того, чтобы этот коллектив заново встал на ноги и чтобы мы продолжали свою работу. Для всех нас, для кого-то был он старшим братом, для кого-то, может, и отца где-то заменял. Он для всех нас был настолько родным человеком, то есть любой с этого коллектива, коллектив большой, мог подойти к нему за советом. Он никому никогда ни в чем не отказывал. Пускай это будет по музыкальной части, пускай это будет по хореографии. Изначально он же был хореографом, и в хореографии он разбирался. И молодым он говорил, не надо сидеть, надо работать, надо какие-то элементы усложнять. То есть след оставил очень такой добрый. И никто из нас даже не мог подумать, что вот так быстро он оставит нас. Вы говорите, что для молодежи был примером, что наставником был. А вот для вас лично? Ну, вы знаете, как я могу сказать, как я отвечу на этот вопрос. Для меня он был всем. То, что касается, то, что на сегодняшний день я что-то делаю, чего-то добился в области там, руководства коллектива и так далее. Это все его подсказки, это все его, то, что он мне говорил, как нужно поступать. Я, если я скажу, что каждый вечер после работы я был у него дома, я это абсолютно нисколечки не буду обманывать никого. После работы я приезжал к нему домой, мы садились и мы разбирали сегодняшний день, какая у нас репетиция сегодня прошла. Где я не доработал, где у меня, какие упущения у меня были, где я кому не так поблажки дал. Вот это все он мне говорил, смотри, чтобы завтра, когда в зал зайдем, чтобы я тебе ничего не говорил, чтобы ты сам вот это исправлял и работал. Я честно говорю, я каждый вечер у него дома находился. И когда какие-то бывали стопоры в коллективе, там где-то что-то не ладится, где-то что-то не получается, его дом у нас штабом был, мы всегда там собирались и обсуждали дальнейшие наши какие-то рабочие моменты, как нам работать и как двигаться. Вообще всегда мы работали, и у него цель такая была, чтобы куда бы мы ни выезжали, чтобы мы республику представляли на должном уровне, чтобы мы не краснели. Он этого очень сильно боялся, чтобы не было позора какого-то. Вот. Он для меня был всем. Мурат, спасибо большое за добрые слова, за добрые воспоминания. Я знаю, что вам надо бежать, срочные дела есть. Да. Поэтому мы вас отпустим сейчас.
Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Всем коллегам, с кем он работал, огромное спасибо, что откликнулись на эту передачу и сделали эту передачу. Даст Бог, я думаю, мы еще творческий вечер, вечер памяти Валерия Аджибекова тоже проведем совместно, со всеми вместе. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Вы знаете, вот вы все участники одного потрясающего коллектива, уже со своей историей. И я думаю, сейчас настало время музыкальной паузы. Я приглашаю вас на сцену. Нам урок. Слава моряку, друзья!
полнее чаш мой рано, друг мой медали мой. Пусть солнце дружбой греть не устанет, милый мой отчий край. Пусть солнце дружбой греть не устанет, милый мой отчий край. Ну что ж, друзья, я с большим удовольствием представляю вам по-новому, по-доброму моих любимых, моих дорогих, позволю себе сказать, коллег, это участники вокального ансамбля «Нарт», руководитель Владимир Гаврильенко. И ансамбль был создан под своей, так сказать, новой ипостаси в 98 году. Мне хочется услышать от вас какие-то основные фрагменты его истории создания. Владимир. Ну, историческая справка. Ансамбль был создан вообще в 1995 году. Он назывался «Дружба». Вот. Руководитель был Муса Ионов. И он базировался в филармонии. Вот. К 98-му году, в общем-то, получилось там как-то, ну, состав распадался немножко. И вот Валеру как раз пригласили быть руководителем этого ансамбля. И он был переведен в мэрию там. И вот тогда назвали ансамбль, вокальный ансамбль «Нарт». И вот первый руководитель этого ансамбля, получается, был Валера Азабеков. Вот. Ну, естественно, с его приходом, конечно, полностью пристроился, что ли, коллектив. Самое главное, коллектив начал петь произведения на всех языках народов Карачаево-Черкесии. Вот это одна из самых лучших заслуг его была. Вот. Потому что, естественно, при его таланте Валера прекрасно знал все фольклорные, все музыкальные стороны нашего народа. И поэтому ему легче было это все сделать. Вот. И благодаря ему, кстати, очень много произведений, ну, как сказать, получили новую жизнь, что ли, новая аранжировка, новые ритмы, немножко окраски. Ну, такие, как я помню, «Накулен», «Шагди», вот, на «Мелодии гор», вот, «Скала» и так далее. Поэтому благодаря вот этому коллектив вырос, начал выступать, народ стал принимать, полюбил этот коллектив, вы понимаете? После поэтому приглашали уже выступать на конкурсах, на фестивале выезжали тогда. То есть вырос коллектив. Вот благодаря, все-таки, я считаю, Валерию Азабекову. То, что в коллективе исполняются песни на всех языках, да, народов нашей республики, это, конечно, главная фишка, говоря языком современной молодежи. И народные песни, и современные песни. В общем-то, понимаете, в общем, вот это так всколыхнуло. И народ почувствовал это, нравилось, я бы чувствовал, когда выступали, видно, что вот народ с удовольствием спрашивает, а где можно эти ваши записи увидеть, услышать, переписать. Ну, это самая приятная похвала для руководителя и его участников.
Ларис, ну вы, к сожалению, сегодня единственная представительница слабого и прекрасного пола в этом коллективе. Потрясающе. Я и вашу коллегу тоже очень хорошо знаю. Вы, конечно, были... Она, к сожалению, уехала. Украшением, да, коллектива мужского такого. Вот и в связи с этим, естественно, женский вопрос. Но мужчины – это мужчины. Как к вам относился Валерий Мухарбеевич? Может быть, какой-то особенный, каким-то трепетом особенным, как девочкам? Знаете, во-первых, он нам, к нам относился с любовью, с трепетом, с каким-то вот обожанием, что ли. Он нас ценил, будем так говорить. Он нас любил. Он к нам относился как к сестрам. Вот это слово, как к сестрам относился. Я, например, от него никогда не слышала грубого слова. Вот сколько мы с ним работали, сколько мы его знали. Во-первых, человек обладал необыкновенным чувством юмора. Он такой юморист был, что любую ситуацию он переводил в юмор. Он не грубил ни одному, я не помню, чтобы кому-нибудь когда-нибудь грубил. Или злился на что-то. Если что-то его не устраивало, он это решал миром, находил какой-то компромисс. Но чтобы он на кого-то голос повысил, чтобы он кого-то унизил, оскорбил, я, например, такого, я не помню такого. Вот люди не сидят, с которыми мы работали и будем работать, я не помню такого, чтобы он кого-то обидел, оскорбил. Ну вот человек необыкновенный был. И как музыкант великолепно, он любую мелодию мог на раз сыграть. Вот что-то ему он услышал где-то раз сел и сыграл. И все. Так что я считаю, что культура Карачаева-Черкесии понесла огромный урон. Это вообще. Еще хочу сказать вот такие слова. Человек, когда приходит в этот мир, он приходит ни с чем. И уходит ни с чем. Но уходя из этого мира, человек оставляет после себя память, наследие. Валерий Аджибеков оставил огромное наследие, огромную память. Я не побоюсь даже такого слова сказать, на века. Потому что таких людей, таких звезд, мало таких людей, понимаете? Вот нынешняя ситуация у нас, очень мало таких людей. И хочется, чтобы побольше такие люди появлялись. Ну, к сожалению, пока... Великолепный гармонист, великолепный танцор, великолепный муж, отец, дед, я не знаю. Там можно перечислять и перечислять все его достижения, все его регалии. Еще такая черта у него. Он не останавливался, вот научился играть. Достигнутым. Да. Все, это он не говорил, это потолок. Нет, он вот... С тем связывался туда, с ним созванивался. Был там хороший гармонист из Абхазии, из Грузии. И когда уже пошло дело насчет ремонта музыкальных инструментов, он, научился, не бросая это дело, игру, он начал заниматься гармошками. Ремонтом вообще всегда. Мастерскую сам своими руками, где что связать, где что подкрепить, сам какие-то вещи выдумывал, не смотрел, не копировал, ходил там к мастерам, узнавал, что как. И он сам уже делал гармошки. Да. То есть он на одном не останавливался. На месте не Для сидел. Него не было предела. Да, это было. Он, кстати, не спал, пока он... Вот несколько слов, чисто как какой он был аккомпаниатор, хочу сказать. Вы понимаете, когда он брал гармошку в руки, что-то происходило, волшебное явление какое-то, да, да, понимаете? Живое такое сразу. Все, понимаете, начиналось петь. То есть душа раскрывалась сразу, честно говоря. Вот ребята знают, мы очень много видели гармонистов и прочее. Но они, может быть, техничные, но они ни в сравнении не могут Валерия Аджибекова, его вот это вот... Умение преподнести красоту. Харизма такая. Да. Это вообще, даже один аккорд, когда вот он... Один аккорд он берет, все. И все, уже хочется петь, танцевать. Во-первых, он танцор. Во-вторых, певец. Да. И еще играет. Он вот это все как бы вставлял в мелодию. Как он видит, как танцор под эту мелодию. Это гений, талант от Бога дано, понимаете? Не каждый может это. Вот этот момент всегда. Мы с вами, Валер, да, что, говорит, я нормально, все. Да, знаете, да. Они с Дармиловым вдвоем
такие вещи делали, так они пели вдвоем, да. И народные песни. Я поражался, вот как можно вот так, вы понимаете? Ну, Дармилов тоже был талантливый человек в этом плане. Так что Валера Аджибеков – это вообще... универсальный солдат. Ну, да. Я хочу еще сказать по поводу, какой он был аккомпаниатор. Знаете, есть вот, как Владимир Григорьевич говорит, Владимир Григорьевич, кстати, мой педагог, вот, и что хочу сказать, он сам не играл, он слушал певца, то есть у него был слух, вот сам он был настроен на то, как поет человек, не так, как он отдельно, допустим, играет, отдельно сам себя, есть такие гармонисты, есть такие аккомпаниаторы, которые себя преподносят, нет. Чувство партнера. Он чувство партнерства, то есть он уходил как бы на задний план, вот, он слушал тебя, как ты поешь. То есть он был с тобой на одной волне. Да. Понимаете, вот, чтобы вот, не дай бог, вот, певца как-то вот не скомпрометировать, как-то не показать, что он там хуже там, или что-то такое делает. Вот, вот, вот такой он был человек. Это очень дорого. Это вообще редкость. Вот для певца это редкость, понимаете? Это редко, когда такой человек. Обычно гармонист, он как раскрывает и пошел сам себе играть. А певец сам себе. Нет, он слушал певца. Он слушал человека, и вот на какой он, допустим, у какого человека голос, там, у людей же разный голос, у кого сильный голос, у кого слабый голос, он под этого человека подстраивался. Вот он, вот как аккомпаниатор, он был вообще великолепный. Ну, вы как вы, ну, да, вокалистка, да, сильнейшая. Да, да, да. Да, вам, наверное, это понятно, как никому. Ну, великолепный, конечно, музыкант, талантливый артист, он еще и был... для многих молодых наставником. Вот Эдуард, я знаю, что и вы вспоминаете его добрым словом, и в вашем сердце он оставил добрый след, и, наверное, и обязаны вы ему очень многим. Вообще, вот Валеру я очень давно знаю, но соприкоснулся с ним лично уже вот когда образовался нарт. Во-первых, да, у нас возраст, я не скажу, что много лет, но чисто сценически, на сцене он намного вышел вперед меня, потому что он рано встал на сцену, я-то очень попозже встал. Он, когда он руководил, я не чувствовал вот это руководство. Было какое-то вот, как друг, как старший брат. Он как бы помогал. Когда идешь на сцену, всегда какой-то страх присутствует. Этот страх, вот он... с этим аккордом, с этим и абаз здесь, да. Как-то вот ты себя чувствуешь свободным. Есть какая-то поддержка. Он начинает играть. От него какая-то энергия исходит, что ты себя чувствуешь свободным. Даже бывают моменты в песне, где-то что ты забыл, он может эти пробелы поиграть, наиграть. Зритель ничего не почувствует. Настолько вот он был музыкант. Во-первых, когда мы сидели, разбирали произведения, он и за фортепиано садился. Он и фортепиано владел. Он и голоса делил. Он все делал. Вот мы сидели, Володя, я, он, оставались после работы. Какое-то произведение он дает. Эдик, ты это поешь, этот поет. Я говорю, я не вытяну. Вытянешь. Вот настолько он был человек, который даже ты себя не знаешь. Он как бы вот давал тебе, что ты должен это сделать. И порой было стыдно человек, который как бы чуть старше меня, он не устает, он делает, и хотелось быть... Соответствовать. Да. Соответствовать, да. Да. Рядом с ним человек всегда чувствовал себя уверенным. Хоть в музыкальном отношении, хоть в человеческом, хоть в каком отношении. Потому что человек, он очень был... Его было много. С любой стороны. Был случай, когда мне нужен был садик. По концертам выезжая, я говорю, я не могу, я ребенка оставляю. Он говорит, завтра будет концерт, напомни мне. Я говорю, хорошо. Ну, концерт идет, я к ним подхожу и говорю, Валер, ты мне сказал, напомни. Я ему напомнил. Все. На следующий день звонок.
Меня вызывают в мэрию. Я получил садик. Вот как человек это мог сделать? Он безотказный был вообще. Вот. Я помню, я извиняюсь, пока не забыл. Поездка была ансамбля Мингитау в Штаты. Ну, что там скрывать, музыкальная часть слабая была в ансамбле там. Ну, я говорю, Валера, говорю, надо поехать, говорю, давай поможем. Там попросил брат, говорю, надо это... Поедем, говорит, какой разговор? Быстренько, за день, за два вошел в программу, там подкрепил, приехали туда. Там даже, ну, гостиницы были дорогие тогда. Нас по семьям забирали там, родственники, не родственники там. Я говорю, Валера, со мной или как? А там, ну, общество Акба, Акба в Паттерсоне, там все национальности были. Его тоже забрали, Абазины, туда. И он на следующий день говорит, слушай, говорит, они... Или какие-то скучные, говорит, у тебя как там? Я говорю, ну, ты знаешь, вчера, говорю, сели, говорю, там, дали, говорю, нормально, говорю. Потом поехали в ресторан, говорю, туда-сюда. Давай я тоже с тобой буду, говорю. Я говорю, какой разговор? Конечно, говорю, Валера. И поехали в Нью-Йорк, поехали, а там родственник был такой, ну, давно еще они там находились. В общем, старичок. Ну, он по-карачаевски что-то разговаривал так. А Валера, я даже не, тоже не знал, что он по-русски понимает и разговаривает по-русски, на русском языке, вот этот наш родственник. И он так, у него дома находимся, ну, сидим там, ужинали или обедали, я не помню. А он такой, ну, как старичок, есть старичок. И Валера на русском языке мне говорит. Слушай, по-моему, он какой-то муроватый у тебя, говорит. Он так повернулся. Нет, я не муроватый, говорит. Я просто, говорит, постарше вас, говорит. Он так посмотрел. Надо было на карачайском с ним разговаривать. Бывало, едем на концерт, уставшие. Они, как с Дарьмилом Закирьевым, начнут петь абхазские песни. Вот эта вся усталость, куда она уходила? Вот человек, он был задор. Вот он, ну, по-моему, никогда не уставал. Или он хотел, чтобы мы не были какими-то вот такими, ну, чтобы да. Мы бодрые были. Ну, вот всегда правда. У него этот задор оставался. И перед смертью, вот Мурат тоже мне сказал, в пятницу как раз, а как раз мы когда репетировали, мы с ним спорили иногда. Он любил со мной спорить. В пятницу он говорит, Эдик, как хочешь, так и будет. Я не пойму, что-то с ним случилось. Обычно он спорит, а здесь нет. И в субботу звонят, он умер. У меня вот... Лучше бы поспорил, да? Да. Ну, увы, жизнь штука такая непредсказуемая. Понимаете, он спешил, вот он спешил давай, жить? Ну как вот как бы, да. Одно сделать. Сделал, сразу за второе брался. Там вот какое-то вот у него такое было. Он после репетиции домой придет за гармошки. Да. Надо, я ему пообещал отремонтировать, я ему пообещал, вот он приедет успел завтра за гармошкой, за сделать. Новой гармошкой. Он вот. Вообще, я не знаю, сколько сил и столько времени, где он находил, как, и с детьми, с внуками, и дома, и в огороде. Что вот эта яркая звезда этого талантливого человека пронеслась по небу и погасла, оставив в наших сердцах любовь, удачу и веру в таких талантливых людей. Спасибо. Спасибо вам большое. Я от всей души благодарю вас, желаю вам крепкого здоровья. Надеюсь, что эта встреча не последняя. К нам приезжают гости, знают.
дорогой Сикор. Нам вспоминать не нужно пройденные года, здесь зарождалась дружба народов навсегда. Нам приезжают гости, знай наш друг дорогой, край дорогой, все горцы любят всею душой. Ой, ра, как солнце месяц май, ой, ра, с улыбкою встречай. Ой, ра, как солнце месяц май, Друзья, прежде чем завершить наш добрый вечер, хочется представить вам поэтическую премьеру. Сегодня мы знакомим вас с творчеством Владимира Григорьевича Аникеева. Это в некотором роде наш коллега. В конце 80-х годов прошлого столетия он был председателем Саратовского комитета по телевидению и радиовещанию. На сегодняшний день Владимир Григорьевич является членом Совета старейшин при губернаторе Саратовской области. В своих глубоких поэтических произведениях автор поднимает вечные вопросы и, прежде всего, тему единения и духовности народов России. Людское молчание в людском океане плывет над притихшей землей. Память священна о павших когда-то. Лица омыты слезой. Поступь незримая восстала из пепла. В рядах поколений иных. Кровинка родная, улыбка святая с портретов взирает на них. В праздник единственный, форма защитная. Звезды, пилотки, ремни. Взоры с портретов нас ласково греют. Память волнуют они, как они шли под убийственным градом, среди полыхающих сел, один окровавленный замертво падал, другой поднимался и шел. Трудно шагали к победе народы, груз не снимали с плеча, к жизни достойной вернуться мечтали, думалось так сгоряча. А как же достойно? Дома все в руинах лежат города. Также геройски прибавим к победе мозоли ручного труда.
Мы вам оставили братство народов. Где оказалось оно? Взвейте знамена победы нетленной и воскресите его. Да, мы печалимся. Братство народное теплится в мирные дни, в бури, потери, утраты несметные. Все же его сберегли. Море людское, майское утро. Солнце плывет над страной. В памяти вечной о павших когда-то. Лица омыты слезой. Что ж, друзья, на сегодня это все. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.